24-я конференция регионального отделения «Единой России» прошла в Доме правительства Московской области. Делегатам съезда предстояло избрать новый руководящий состав. В закрытом голосовании приняли участие и единороссы из Красногорска. Это плановая конференция, поскольку в соответствии с уставом партии истекли сроки полномочий руководящих органов регионального политсовета, президиума регионального политсовета, полномочий секретаря. И сегодня, в том числе, мы вместе с коллегами, которые съехали сюда со всей области, со своими коллегами, однопартийцами, мы выбираем в том числе руководящие органы партии. Секретарем Московского областного регионального отделения «Единой России» вновь стала Лидия Антонова. Она возглавляет подмосковных однопартийцев с ноября 2014 года. Член партии – это очень ответственно. Это еще больше как бы, спроса с человека. Это не только там, уровень исполнения своих профессиональных задач, это дисциплина партии, но это очень важно, вот именно свое, как бы, уровень своей личности, человеческого понимания, отношения к людям, умение себя вести. Но помни, что ты член партии всегда, не только там, на партийных собраниях. В связи с преобразованием Звенигородского городского округа и Одинцовского муниципального района в Одинцовский городской округ стоит вопрос выборов во вновь создаваемый совет депутатов нового муниципалитета. Сейчас полномочия местных отделений прекращены. Соответственно, вот областная конференция избирает и утверждает список для участия в выборах в совет депутатов Одинцовского городского округа. Вот, от партий по партийным спискам и многомандатным округам. Также делегаты обсудили порядок проведения предварительного голосования для последующего выдвижения кандидатов от партии на руководящие выборные должности муниципального уровня. Согласована максимально открытая модель.